Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Chess Games. Сегодня я буду играть Blitz 3 плюс 0. Начнем. Уже играю быстро. D4. Сюда. Сюда. C4 играем, чтобы подорвать его. Он не берет. Конь C3 тогда. Размен. Е3. А4 играем. Так, здесь нужно какой-то план строить. Здесь коня на Б3. Далее на С5 еще переведем. Соперник не разменивается. Но мы его будем вынуждать все равно. И сюда. И ладья. И ладья. То есть ферзин на 2. Далее ферзин на... То есть ферзин на Б1, потом ферзин на А2. Здесь уже жесткие соперники. Иду сюда и сам на G4. На F1, то есть. Мат, блин. Ладно, займемся. Не тут так. Проигрыш. Нет. Ладно. Идем решать задачи тактический штурм. Эх, ну жалко, но неудачный день. Чё? Зато сейчас пазл раш выиграем. Вот, дорогие друзья, нужно всегда верить в свои силы. Ну, правда, я не всегда так делаю, но все равно. Нужно учиться, когда проигрывать, не надо расстраиваться. Нужно просто учиться на своих ошибках, тогда вы превзойдете себя. Я лично, например, люблю играть бум, паузом, но когда проигрываю, но лично, да, немножко бешусь, сбешиваюсь. Но все равно, я стараюсь всегда изучать шахмат так, чтобы не портило вашу психологию. Это тоже одно из важнейших. А не надо крошить шахматы. А, неправильно, ничего. Так. Ну, здесь задачи мало, нужно ускоряться, дорогие друзья. Вот спорим, если вы лайк поставите, то я буду решать быстрее. Все, начали. Я уже ускоряюсь. Ну что, я вам сказал, что если вы подпишете, я буду решать быстрее. Я уверен, что вы подписались. Да. Тут как здесь решать? Тут так. 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 Я... Всегда сдерживаю свои обещания. Если я сказал, что быстрее буду решать, то я буду решать быстрее. Мат. Тут уже соперник. Тут уже соперник какой-то. То есть не соперник, а тоже пазл раш. Сюда. И на это легко, конечно. Тут как здесь можно сыграть даже?
20, ребята, давайте набираем где-то под этим видео где-то 10 лайков. Я уже буду искать видео, где я просто скаляюсь. Давайте. Просто пока что нет мотивации. Если подпишетесь и будете ставить лайки чаще, то я буду играть быстрее и лучше. Они хоть разменятся. Мне такая доска. Эй, на живого ферзя бить. Так, ну размен. Сюда. Все. Easy tactics. Идем следующий дальше. Так. Мне нужно побить 30. Давайте, ребята, давайте. 30, ну я не верю, не верю. Давайте. Сюда. Так. Тут. А, ладно, что. Так, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, дорогие друзья. Всем пока-пока.